Какая красивая природа. Ой, ты ясила. Я зашла через ворота и эти красивые. Ну а всем ёлочная пока! Всем-всем-всем привет, с вами Марина, да. И сегодня я буду гулять в парке Дружба. Ну что ж, мы пойдем. Мы пока что идем. Я зашла через ворота и эти красивые ворота. Вот смотрите, у нас тут сделали демонтаж парка. И появились вот такие вот тюльпанчики. Ну хотя не только. Стало намного лучше, кстати. Смотря где. Ага. Кто знает мою модельную историю, тот поймет, что это за место. Бьют! Какая красота! Посмотрите, какая беседка прикольная. Пойдемте в нее зайдем. Она свободненькая. Вот такой тут домик. Не, ну вообще красиво. У нас тут мостик. Весна наступает. Какая же у нас тут красота. Господи, опять она. Я помню, я из этой козы когда-то в детстве очень-очень сильно заплакал. Потому что вы просто посмотрите на нее. Знаете, я захотела вернуться в детство. И сейчас я это сделаю. Оно шатается. Мама. Она шатается. Нет, теперь я точно не хочу в детство возвращаться. Я поняла, я хочу вернуться в более взрослое детство. О, свой. Ух ты. Опять эта фигня. Мама. Это что? Еще один мостик. Не уверена я, что это очень надежно. Ну что ж, если возвращаться, то по максимуму. Ой, господи. Марина, посмотри, у тебя появился шанс научиться читать. Пять, два, три. Дальше я не знаю. Качельки. Ну что ж, поехали. Я помню эту фигню. Я помню, как я по ней лазил. Пора вернуться в детство. Господи. Мамушки, тут высоковатенько. Ну ладно. Я залезла. Ой, какая красота. Привет. Меня снимают. Все. Мы залезли на ту же высоту. И видно то же самое. Я залезла в вот такой вот лабиринт. Моя задача вылезти отсюда. Ну что ж, пошли. Господи, я, кажется, не пролезаю. У меня возникла проблемка. Вы видите? Я сижу на корточках. И... Ладно, попробуем все равно. Я залезла. Господи. Я залезла. Тут вот такое вот окошечко. А я пока продолжаю лезть. Господи, боже мой, помогите. Ой, ой, я почти выбралась. Тут побольше уже. Ну, тут еще, тут вообще легче всего. Вот, дырка просто была удобная, кстати, очень. А теперь вот сюда лезть. И сюда. Я вылезла. Аллилуйя. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Куда они лезут? Там же выход. Краска, как я пытаюсь похудеть. Не, ну очень прикольно так. Прикольно. Проверка вестибулярного аппарата моего.
все, хватит. Знаете, я первый раз гуляю по новому парку Друзу. Честно говоря, он мне очень понравился. Потому что он дает шанс сближаться и знакомиться с людьми. Даже если они не знакомы. Ну что ж, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего нового видео. Ставьте лайки. Ну а мы пошли обратно.